дорогие друзья. Приглашаем вас поучаствовать в нашем номере. Пожалуйста, наши девушки будут с дирижерами. Дирижировать они будут мячиками. Положение мяча определяет положение наших хлопков. Вверху не слышно? Слышно? Дирижеры наши. Вот так лучше. Положение мяча определяет положение нашего хлопка. Перед грудью, над головой, по коленочкам и справа-слева. Давайте держим посередине, мы хлопаем посередине, наверху. Правое плечо, левое плечо и по коленочкам. Четыре такта. Мы смотрим первый, второй, третий, четвертый такт и повторяем по музыке. Я буду немножко подсказывать. Приготовились? Да-да-да, спасибо за внимание.